Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Uncharted. Эта игра меня убивает, несмотря на то, что в ней очень хороший сюжет, очень красивые локации, все круто. Собственно, геймплей в ней просто ужасный. Тем не менее, мы сейчас нашли Салли вместе с ним. Расскажешь мне, что происходит? Дрейк не хотел, чтобы сокровище покинуло остров. Он пытался остановить его. Нейт, ради бога. Я знаю, это звучит безумно. Ты просто должен мне поверить, оно проклято. Так, нам нужно спасти Елену, потому что... Романов... С Навара захватили ее. Кроме того, нужно помешать им увезти отсюда сокровище Эльдорадо, потому что оно проклято. Собственно, вся эта колония вымерла в результате того... как на них подействовало данное сокровище. Так, мышки. Хорошо. Так, Саль, подожди. Ой, тихо, подожди, что это такое? Ух ты! Прикольно. Господи, ух ты! Вам двоим пора понять, что я все продумываю. Теперь бросайте оружие. Туда. Без героизма, пожалуйста. Или я убью ее. Хорошо. Теперь просто стойте. Я к вам скоро подойду. Офигительно. Такой проработки я никогда не видел. Это просто оболочка. Настоящее сокровище внутри. Открой. Господи. Смотри. Навара. Адьос, хефе. Так мало воображения. Непереводимая игра слов. Навара. Эта штука вычистила целую колонию. Ты не знаешь, что делает. Неправильно, я единственный человек, который здесь знает, что делает. Грузите статую. Быстрее. Ты так жалок. Да вы все. Ищите свои мелкие сокровища. Вообще знаете, сколько это стоит у правильного покупателя? О нет. Господи, это что за штуки? Это испанцы. Они никогда не уходили. Господи. Если эта штука выберется с острова, нам нужно остановить его. Я тебя здесь прикрою. Не здесь, а отсюда вернее. Так, мне нужно бежать за ним, похоже. Это, похоже, будет, как и все в этой игре, крайне сложно. Возможно, я сейчас буду много умирать. Старайся, конечно, без этого. Да твою мать, я ж тебя в упор стреляю. Давай, давай. Ах, блин, да что ж ты. Ну как я и говорил, да?
А как бы круто это смотрелось, если бы мы сейчас бежали вперед. Так, это моя вина. Тут я сам прокосячил. Не попал по нему. Ладно, как бы там ни было. Насколько круто это все смотрелось бы и стремительно. Если бы работало так, как задумал. То есть... Он не умирал. Так, я надеюсь, со спины меня сейчас не убьют. Это будет печально. Хорошо. Вот это с первого раза, по идее, должно проходиться. Но нет, блин, они столько насуют препятствий, убивающих с одного удара, что... Как бы там ни было, ладно. В погоню. Погоним! Так, мы, похоже, доложили, что мы тут... Держи штурвал, Наваро. О, корабль я помню. Корабль — это самое геморройное место в игре. Вот сейчас вы поймете, что такое умирать много раз. Но пора с этим покончить. Да, это последняя серия, потому что уже все, финал. Концовка я более-менее помню. А, собственно, что делать, не помню. 22 глава. Шоу-даун. То есть все, финал. Нормально. Это первая смерть, наверное, из сотни, которые тут сегодня будут. Наваро, собственно, его не надо убивать. Бесполезно, то есть убивать-то его надо, только толку от этого не будет. Беги, Наваро, беги, щенок. Так, хорошо. Блин, ну на корабле игра выглядит вообще офигенно. Сколько вас. О, блин, что произошло? У меня же полно жизни. Да. Бляха, а вы-то откуда? Ну, это же вообще просто... Ладно. Пора перестать удивляться очевидным таким... Всё, патронов нет. Так, подожди, нет, не застревай, бля. Я не могу как-нибудь отсюда. Почему, интересно, не могу? По скалам отвесным ползает, а поэтому не может. Ну да ладно. Так. О, no. Так, ладно, хочешь жить, умей вертеться, как говорится. Наваро что, свинтил, нет? Ну куда ты, бляха, бежишь? Так.
все, беги, Навара, беги. Если вы думаете, что это конец, вы глубоко заблуждаетесь. Так, ну где, подожди, ну, только что тут патроны были, а вот они. Хорошо. Хорошо. Нам. Так, давай. Ой. А, я же нажал, вы же... Бляха, ну ж... Так, что, тебе пора отступать, я думаю, нет? Или еще что? А, еще один появился сверху. Ну, вообще прекрасно. Ладно, что-то он как-то быстро ушел. Хорошо. Так, что дальше? Я не помню совершенно. Теперь прятаться негде, это точно. Елена! Что с Еленой? О-о-о! Нормально. Очень добрая игра, очень. Поиграл, бляха-муха, после края эфира что-то доброе. Что-то расслабляющее. Так, ну тут надо было прятаться, короче говоря. Я так понял, что за этот ящик надо сразу лезть. Нет, понятно. Так, так. Так. Все, что ли? Да неужто? Попытки с 500-й. Елена, ты там на самом деле как? Стоять можешь? Я в порядке, в порядке. О, Нейт! Пока, засранец. Господи. Quite a day. Ну и денек. Yeah, save the world, да, спасли мир. Pretty typical. Really? Очень типично. It's a shame we're leaving empty-handed, though. Жаль, что мы с пустыми руками уходим. You know, ну, знаешь, мне кое-что удалось спасти. Here, I thought you might miss this. Я думаю, тебе этого было не хватать. Thanks. Yeah. Спасибо. You two got a funny idea of romantic. У вас двоих интересные представления о романтике. You look like hell. Сали, ты хреново выглядишь. Ты в других видел. Лодку нам достал. Yeah. Да, у нас уже есть лодка большая. Мне это больше нравится. Sully, you beautiful son of a bitch! Sully, ай, красавец! I have a couple of pirates who were too dead to care.
не с пустыми руками уходит, короче говоря. Sorry, you didn't get your story. Извини, что твоя история не выйдет. Да все в порядке, другие будут. Ты мне все еще должен. I'm good for it. Да ладно. Собственно, на этом и заканчивается первый Uncharted. Могу сказать, это было довольно-таки геморроидно. Что я могу сказать по игре? В целом, как игра, это просто кошмар какой-то. Вообще просто очень-очень плохо. Очень однообразно, затянуто и коряво. Но при этом сюжетно, как вы понимаете, натурально что-то. Но если не шедевр, то очень близко к тому. И оно стоило того, его стоило пройти, хотя бы просто потому, что в первой части в нее мало кто играл. И я думаю, это было интересно не только мне, но и вам. Как бы там ни было, я могу сказать, что лично для меня первая часть была своеобразным испытанием, потому что это одна из тех игр, где натурально выбешивает порой управление и кривизна геймдизайна, но только уже все, хочется выключить игру, и тут начинается очередной какой-нибудь сюжетный момент, который просто заставляет аплодировать. Хорошая игра, хороший сюжет. Ну, конечно, с геймплеем подкачали, но больше всего радует, что разработчики учли все свои ошибки во второй-третьей частях. И вторая-третья часть — это уже натурально шедевры. А первая — это, ну, просто хорошая игра с дикой сложностью боями. Как бы там ни было, увидимся в следующих прохождениях. Я не думаю, что следующим прохождением будет Uncharted 2. Я немножко отдохну от этой серии. Но мы к ней обязательно вернемся. Мы пройдем рано или поздно все три части. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. Сейчас мы начнем что-нибудь более старое. Что-то такое, что, я думаю, хотелось бы увидеть всем. Но это будет завтра. Либо сегодня. Не знаю, посмотрим. Как бы там ни было, с вами был Артур. Надеюсь, вам все понравилось. Всего хорошего. Пока-пока-пока.